Вы на канале улицы Москвы. Ну и этим пасмурным весенним вечерком мы гуляем по Мытищам. И сейчас находимся недалеко от улицы Летной, от перекрестка. По ней также числится вот этот жилой комплекс. Такой современный, со своей территорией. Также в окрестностях располагается арена Мытищи, где играл в свое время хоккейный клуб «Атлант». Ну вот, кстати, ребята, наверное, тоже тренируются. Так, вот здесь свернули на Летную улицу. На улице Летной вроде не были. «Атлант» когда-то играл в Суперлиге, потом переехал из Воскресенска сначала под названием «Химик». Ну а потом в какой-то момент он выпал из континентальной хоккейной лиги. Появились какие-то проблемы, но в любом случае здесь есть хоккейная школа, и вроде бы как команда также играет в этой, как называется она, где играют молодежные команды, по-моему, МХЛ, если я не ошибаюсь. Вот есть такая лига. Вот она, арена Мытищи. Здесь такое благоустройство, также на улице Летной. Посмотрим. Ну, в Мытищах я заметил, что благоустройство очень неравномерно. Где-то оно есть, где-то его нет. 15 лет арене Мытищи, так, 2006 год. Я помню, в 2010 году работал в рекламном агентстве. У нас там одна девчонка была фанаткой этого «Атланта», но она жила в Мытищах. Тогда, получается, году было, клубу всего 4 года было. Он там и в плей-офф играл неоднократно. Что-то какие-то, может, даже медали есть. Ну ладно, не суть, короче. Это у нас не спортивный канал. Вот. Дальше пересечение с улицы Щербакова. Вот. Пишет Конни Лунлы Red Star In Home We Trust. Формально китайский хоккейный клуб, который тоже участвует в континентальной хоккейной лиге. Вот. Хотя там китайцев, наверное, не сыщешь. Может, 1-2 только в основной команде. Так, что тут? Не знаю, будем, не будем заходить. Ну, можно и так, я думаю, посмотреть достаточно. Дальше будет. Мы были где-то в начале осени в Мытищах, где Мытищинский парк культуры и отдыха. Но мы были восточнее. Здесь вот на этих улицах не были. Так, ну и подходим к пересечению с улицы Щербакова. Так, Щербакова. Проезжая, что ли? Или одна полоса есть, кидаю.